Ставка Аджарискали. Я правильно? Да, вот сейчас скоро мы доедем до места, где река Аджарискали сходится с рекой Чорохи. Это примерно как Кура и Арагва. Да, Рамазин? Да, да. Где-то так. Место очень знакомое. По службе в советской армии. Ну, а если учесть, что впереди, то у нас тут есть укрепрайоны, РГ, Мачаклиспири. Я правильно говорю? Мачаклиспири, РГ. А как у меня с памятью? Идеально. То есть пока склероз мне не грозит глубокий? Не, не. Глубокий нет, да. Но вот просто получается так, что все то, что связано с армией, у меня отложилось. Бывали моменты, какие-то провалы с гражданской жизнью, но с армией четко. Нет, провал. Провал, да. Потому что Рамази, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Да. А раз в цирке не смеется, значит память присутствует. Ну, в общем, будет у нас слева, по-моему, РГ, район РГ. Потом дальше у нас будет укрепрайон Мачаклиспири, а мы выдвигаемся к месту слияния рек Чорох и Аджарискали. Ну что, ребята, едем, выдвигаемся в район слияния двух рек. Действительно, место очень красивое, вам понравится. Посмотрите, какие красивые горы. Здесь очень много дичи, полуточку эти грибочки, и там как раз будет место слияния двух рек Аджарискали. Здесь деревня Аджарискали. Мы всегда на военных картах, когда ты разыгрывали учения, ну, учения, понятно, вероятный противник Турции, и в районе Аджарискали мы должны по игре были остановить прорвавшегося турецкого противника, члена агрессивного блока НАТО. То есть до Аджарискали и все. А дальше... Хороший мост. Делали еще во времена советские. Скоро вот они. Спутники дорог. Коровы. Да, смотри, хорошие дороги. Хорошие дороги, да. Четко. Хорошие. Корова. Корова – священное животное. Но видите, как вальяжно переходит. Они знают, что тут их уважают. Какая полноводная река. Какая скорость. Подожди, да, можно, грузовики ходят. Да, мостик экстремальный. И мы, в общем-то, едем с водителем-экстремалом. Шумахером. Пиздец. Вот, смотрите, посмотрите. Этот трюк только Рамази. Подвластен только Рамазе. Вот он наш. Вот сюда мы приедем купаться. Шумахер. Вот сюда мы на эту речку приедем купаться. Течение ему несет. Чуть-чуть не тебя, да, течение в Турцию несет. Да, здесь экстремальный такой мост. И мы находимся, и мы въезжаем в мир в эти. Сказочное село. Это сказочное село. Это сказочное село. Это великое чудо. Шоколадный коньяк. Я хочу шоколадку. Ой, что-то пятки подкосились. Но ты же рядом с Рамази, о чем ты говоришь. Вот мы въезжаем в это село. Село Мервети.
Все, Рамази, раз ты нас по мосту повел, я тебе помню. Да, Рамази, раз ты... Посмотри, что здесь. Посмотрите, какое это... Какие-то... Это Мервети. Рамази, а твоя машина бы не проехала, да? Так. Это Мервети. Здесь местный бизнес, продают мед. Это называется избушка Зураба. А это? А, дикое яблоко, варенье дикого яблока. А это мед с сотами, да, внутри? Скажите, пожалуйста, уважаемые, а сколько стоит баночка меда сотового? Вот написано, 15 лар с сотами он. Ага. Между прочим, вот это вкусная вещь, полезная. Как сотовый? Это бичмановый. Бичмановый. В этой деревне сложно заблудиться, Луиза. Да, но я откуда знаю? Как? Развилка. Тем более знание языка, аджарского диалекта. Деревне, по очень живописной деревне, да, которую мы проехали по экстремальному мосту вместе с Рамази. А идем мы к водопаду. Вы посмотрите, какие вот это есть настоящее горная Аджария. Да, тут даже придется нагнуться под деревом.